Всем привет! Редкий путешественник, продираясь через кустарник и отмахиваясь от комаров и мошки, не мечтает о прочной и крепкой куртке. Сегодня речь пойдет как раз про такую куртку. Куртку Anorak Forester. Она сделана из смесовой ткани в сочетании хлопка и полиэстера. Ткань хорошо дышит, при этом не боится веток и кустарника. В отличие от брезента, эта ткань при контакте с огнем плавится, но не страдает так бесповоротно, как стопроцентная синтетика. Крой куртки очень простой и прямой при артикулированных локтях, а это дает нам хорошую свободу движений. Как в случае с другими куртками, которые созданы для ношения с рюкзаком, в этой куртке нет плечевых швов, которые натирали бы нам плечи, и линия карманов поднята выше пояса рюкзака. Мы имеем доступ к карманам, а в то же время ничего не мешает нам носить рюкзак. Проймы рукава сзади имеют складки, которые позволяют нам спокойно двигать руками без всякого дискомфорта. Несмотря на внешнюю простоту, у куртки много карманов. Здесь есть два нарукавных кармана и два нагрудных кармана. Клапан нагрудного кармана продублирован велкро, точно так же, как и клапана нарукавных карманов. Нагрудный карман очень большой и вместительный. Мы ради эксперимента поместим туда литровую флягу. В потайном кармане на молнии находится противомоскитная сетка, которая прикрепляется к кромке капюшона и защищает нашу голову от моски и гнуса. Капюшон сделан зацело с воротником, воротник высокий и доходит до кромки бороды. У капюшона классические регулировки, это регулировка по овалу лица, сзади есть регулировка по объему и по глубине капюшона. Нижняя утяжка сделана при помощи резинового шнура и спрятана внутрь куртки. Манжета рукава подрезинена и плотно прилегает к телу. Препятствует проникновению влаги, осадков и мелкого мусора. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои отзывы и комментарии на сайте компании «Сплав».